Привет всем! Так, хотела вам показать вот такую девочку. В общем, у девочки вот такая шерсть, гляньте. Да, она похожа на Йорка, но это не совсем Йорк, друзья. Вот, посмотрите, какой ребенок получился. Мама Спаниель, папа Йорк. Вот, она такая сидит, отвернулась, она думает, что будет со мной происходить. Ну, вообще, ребята, шерсть вообще такая густючая, это просто вообще. Ну, она у нее растет, как у Йорка, длинная, видите? Вот, ну, реально, длинная шерсть. Ну, собачка большая, сразу хочу сказать. Вот моя рука, сами понимаете, да? Ну, в районе где-то 10 килограмм, может быть, плюс-минус, где-то так. Я ее не взвешивала. У нее длинные, как у спаниеля, уши. Вот они аж, куда идут эти ушки. Вот они, как у спаниельчика. У нас идет лето, так что будем коротко стричь. Наведем сейчас марафет красоту. Да. Не бойся, не бойся. Сейчас наведем тебе красоту. Ну, у нее шерсть, вот она, понимаете, как бы не такая, как и у спаниеля. Она, но все равно она вот какая-то пушистая. У Йорков такой вроде бы не бывает. Но я же говорю, тут позавидовал бы любой Йорк. Вот по густоте шерсти просто любая девчонка позавидовала. Не только собака тут. Густота сумасшедшая просто. Так, друзья, начинаю стричь. Ну, а потом вам все покажу, какая получилась. Вот. Надеюсь, все будет хорошо. Это у нее первая стрижка. Вот. Надеюсь, что она не будет прыгать тут, паниковать. Думаю, все будет хорошо. Ну, все, дорогие мои, все. Буду стричь. Друзья, ну что? А мы подстриглись уже. Так. Хух! Хух, ребята. Шерсти 1,5 ведра, чтобы вы понимали. Я вам серьезно говорю. Хотите, верьте, хотите, нет. Ну, уши у нас не стоят, потому что уши от мамы спаниеля. Вот, так что... Вот так получилось. Сделала ей вот так вот головку, постригла. Это у нее заломчик, кстати. Здесь все идеально ровно подстрижено. Как-то ей хвост сделали, поняли, как бы. И оно как залом здесь произошел. Оно выровняется со временем. Вот. Да, собаки. В общем, теперь она похожа как бы низ на Йорка, верх на спаниельку с длинными усиками. Ну, в общем, что-то такое интересное. Все, ушки аж блестят. Все почистила в середине, все идеально сделала. Это у нее какая-то, видать, ранка была, потому что стриглась она под одну насадочку. Это просто, ну, такое пятнышко, как вроде бы, знаете, когда-то было вырвано вот кусочек мяса, видать, и оно потом заросло, и вот такая штучка получилась. Ух, хвостик. Давай, красота, вставай, покажемся. Лапки вот так выстрелила. Так захотели. Так. Вот. Вот. Оба. Так, друзья. Лапки мы так сделали. Она бегает по огороду. И нужно их, чтобы было очень легко и быстро мыть. Вот так вот сделана голова. Коробочек подставила, потому что ложится. Просто ложится. И мне тяжело вам ее показать даже. Ну, по крайней мере, знаете, девочка спокойная, и она не кусается. Вот это очень важно. Вот. Большая это большая, ну, большая. Можете представить себе Йорчик такой, да? У меня Люська по размеру, это моя ладонь. Ну, вот. Ну, все, в общем. Слава Богу, все. Закончила. Вот так вот сделала сверху. Вот. Вот такая девчонка получилась. Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Стоит, торчит. Да лишнее не хочу снимать усики. У нее такие прикольные усики. Фух. А, все. Все. Филировочными ножничками прошлась. Все, ребята, пошла я отдавать. Устала. Это у меня сегодня 4-я собачка. Завтра у меня в 9 утра Йорк. 12 шпиц, 4 часа будет у меня, кстати говоря, завтра пекинес. Там тоже раз в году стригут, там будет жесть завтра, будет жесть. В общем, все, все. Такая девчонка, все, ребята, пошла отдавать. Железки почистила, когти обрезала, уши вычистила, все. Идеально. Это у нас такой Ники. Ники,
Ники, покажись. Ники. Страдай, страдай, худо. Ждет, пока его заберет папа. Ники, что ты, подстриженный? Такой был Чубака. Друзья, кто начинал смотреть мои видео с самого начала, у меня была собачка Буся, и она была минечка, такого размера, как Илюся. У нас было два помета. Вот, значит, я ее стерилизовала, и она живет у моих друзей, вот, во Львове. Значит, вот это ее сыночек. Сыночку уже, сейчас я вам скажу, сколько, 8, вот это в этом году 8 лет будет. Ники будет 8 лет. Вот такой красавчик. Он миник. Он маленький. У него нету 2 килограмм. Страдай, страдай, страдай. Да заберут тебя. Заберут тебя. Заберут. Не переживай. Буся — это дочка Мади. Вот. Так что это внук Мади. Внук Мади. Да? Ники, что ты страдаешь, сидишь? Поржива, поржива. Что, заберут чи не заберут? Заберут тебя, заберут, не переживай. Это у меня сегодня первая собачка. Сейчас 10 утра, уже отработала. Ники, я не стала показывать, какой он был, потому что сразу начала работать. Он, знаете, сонная такая, кофе не допила, зубы почистила, хвостик сделала, даже не расчесывалась и пошла работать. Вот. И отработала Ники быстренько. Мы уже покупались, все расчесались, все, красота. Так. Папочка, скажи всем привет девочкам нашим. Привет. Привет. Папа пойдет в магазин, сейчас за молоком сходит. Молоко кончилось. Прогулка будет. Новый клиент. У Юли новый клиент. Так. Бель. Бель. Белька. Ой, заросша. В колтунах вся. Сейчас буду чухать. Сейчас буду чухать. Да, гляньте, как оживились уже розы. Цветет вишенка у меня. Да сейчас все зацвело, гляньте, какая красота. Он тоже все цветет. Ой, красота какая. Красота. Так, Белль, может, в туалет сходит. Ладно, не буду пока трогать ее, пусть бегает. Полотенца висят, собак же шкупаю, ребята. Куча всегда полотенец сухнет. Так, моя лежаночка. Тут Юля лежит, балдеет, вытягивает ножки, когда нету собачек. Монтирую тут. Вот, мне очень удобно. Ой, качель вообще, если у кого-то есть место, где поставить качель, поставьте обязательно. Купите, поставьте. Это, ну, такой релакс. Вот, ну, вообще, супер. Просто супер. Ну, берите качель, чтобы была вот такая. Вон, видите, на вот таких вот штуках. Ну, и чтобы хороший толстый матрас был, чтобы было вам комфортно, удобно. Обалденная вещь, по длине человека, вот 2 метра она, спокойно ложись, ни ноги не свисают, ничего, вообще супер. Это я еще такой балдахин себе сделала, поняли? Это не все так просто. Ой, прищепка снялась. И, короче, у меня балдахин, когда сюда поворачивается солнце, опускаю балдахин, и там хорошо. В общем, вот такие вот цветочки, будем ждать, не знаю. Оживет, не оживет, посмотрим. Вон, видите, все подоставали. Не буду в этом году ни новые горшки покупать, ничего не буду. Тут пока ничего не вскапывали, потому что надо вскапывать и сразу сажать что-то. Это лежит перегной, так он и лежит. Решили с мужем пока не, ну, в общем, так скажем, сейчас, ребята, зайду и закрою. Фирточку закрою. Решили с мужем, короче, мы пока ничего не это самое, не раскидывать перегной, потому что надо раскидывать сразу, сразу копать. Вот. А копать сразу сажать. Смысла нету тогда вообще никакого. Так, тут будут тюльпанчики. Высадила их в том году, вообще мне дали их в ноябре. Посадила. Ну, даже, кстати, будут, что-то будет даже цвести. 2 рядочка посадила, в общем. Ну, что будет, то будет. В этом году еще они вообще не должны были цвести, не знаю. Смотрите, завязывается черная смородина уже. В этом году, кстати говоря, семериночка будет. Вот, это первый год, то, что она будет у нас давать урожай. Первый год. Яблоньки 3 года. Не, а, да, 3 года. Грушка хорошо цветет. Эта грушка называется киргизка. Очень вкусные груши, классные. Мне очень нравятся они. Будут скоро. Так, дальше. Что дальше у нас здесь?
Кстати, решили мы, знаете что? Вот тут самшит, вот то, короче, эту штуку тоже решили мы, в общем, ее удалить и туда посадить ряд колоновидных деревцов, таких как вот эта груша. Очень классная. Эту грушу я очередной раз, сейчас пройду туда, эту грушу я очередной раз потравила. Вчера я ее, короче говоря, побрызгала, просто развела. Мне соседка посоветовала развести хозяйственное мыло, потому что заводится, ребятки, вот тут муравьи заносят тлю. Поняли, как бы? И оно бедное, в общем, кошмар. Ей очень тяжело. Она вся в цветочках, вся полностью в этом году вся в цветочках. Ей третий год. Вот груша. Чтобы вы понимали, она мне по грудь. Вот, ну, реально по грудь эта груша. Очень маленькая. И хотим вот здесь вот тоже посадить. Убрать вот это. И так, чтобы... Вот здесь рядочком так их посажу. Места занимают мало, цветут. Так, желтая сливка в этом году у нас. Вот эта слива соседей. Видите, большая. Желтая. Вот такие огромные сливы. У нас... Здесь очень много было сливок, они вон до сих пор лезут, видите. Вот, и вот, вот этой сливки, наверное, уже года 4, вот она вырвалась уже выше беседочки, и уже в этом году будет цвести. Так что должны быть сливки. Не знаю, будут, не будут, но посмотрим. Так, дальше, дальше, дальше. Ну, в общем, вот такая несчастная игрушечка, вот эта, блин. Я ее хорошенько побрызгала, смотрю, все, нету вообще тли. В общем, оно такое, знаете, как бы безвредное. Ну, просто хозяйственное мыло развела в воде и побрызгала, все. Но вот смотрю, вообще нет ни одного муравья. А что это, друзья, означает? Что оно работает? Ну, и оно безвредное, по крайней мере, без химии. Вот, я ее уже и медным купоросом брызгала. Это вчера вот мылом побрызгала. Надо будет еще дня через два еще раз побрызгаю, посмотрим, в общем. Нарциссики позацветали. Красавчики. Красотунчики. Нарциссики. Обожаю нарциссики. Такие классные вообще цветочки. Ну да, мало цветут, ничего. Так, вот это не знаю, что оно такое. Ну, короче, его надо... Она у нас выше крыши тут росла, потом муж ее спилял. И вот это вырос такой куст теперь с нее. Вот этот огромный самшит. Ну, тут дерево сажать нельзя. Вот этот самшит, он здесь где-то... Ну, чтобы вы понимали, больше метра в диаметре. Мы его здесь оставим. Тут ничего не растет все равно, потому что здесь тень. Тень от флигеля, он очень высокий. И вот здесь пол огорода получается, он, видите, вот так тень, практически до 4 вечера. Потом 4 вечера солнышко сюда поворачивается, оттуда уходит от беседки. Дурачок, ой, дурачок. Это мой. Ой, гоняет, гоняет, гоняет. А це не любит, дружить она не хочет. Не хочет дружить никак. Ничего, ничего. Сейчас мы уже хозяечка его дороги, сейчас едет. Все, мы подстрелились, вот такие получились. Да, покороче попросили мордашку, потому что лето. Все. Иди сюда. Иди сюда. На груди убрала хорошо так ей. Потому что люди на огород ездят, сами понимаете. И собаку берут с собой. Чтобы было им проще ухаживать, легче. Убрала длину хорошо, так прилично. Ну, если была бы моя собака, я бы так бы ее коротко, может быть, не стригла бы. Но людям так надо. Там голуби, там щенок Лизы. Ой, ладно. Белль, ну что ты? Ну что ты, Белль? Идем отдаваться? Идем отдаваться, ребята, все. Вот такая Белька получилась. Ну, Белль. Вот такая. Красоточка. Все, пошла отдавать ее.